Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. В Приволжском им станет Дмитрий Чернышенко. В правительстве страны заявили, что институт кураторства не будет замещать функции постоянных представительств президента в округах, однако усилит контроль за реализацией национальных и инвестпроектов и ускорит их финансирование. Закрепление Чернышенко за нашим округом тоже хороший сигнал для нас, поскольку ряд программ мы реализовываем как раз в тех сферах, которые он курирует уже в правительстве как профессиональный менеджер. Ну, например, все, что связано с цифровизацией, внедрением новых технологий, со спортивными, культурными проектами. Это все Чернышенко. Ну, например, стадион «Волга» мы начинали пробивать, как раз получив от него поручение проработать этот вопрос. Ну и в результате нам удалось пробить финансирование соответствующего проекта.